Не все обновились. Артём, ты понял шутку, да? Нет. Одни боты в игре. Одни боты в игре. Угу. Ну давай, прыгай. Ты ж хочешь прыгать. Да. Я просто вначале хотел на вокзал, но мы бы не долетели до него. Ну, видишь, Мираж зашел, нам сказали, зачем вам четвертый? У вас топ игрок. Да. Вместо никнейм убил Олдерута. Буду по нему горевать. Ну, бота убил. Бывает, что теперь? Блэк Хорнет, который умер, он неплохо играет. Давай, прыгай, а. Опа, золотой перк. Спасибо. Опять он его убивает. Блин, так, наверное, просто фармит эти киллы потом. Раз так часто вызывают. Ну что тут все залутано? Chip terminal is almost ready. Ну, там еще есть грузовой порт, и это фабрика желтая. Да ёб твою, я его раньше увидел. А я стрелять начал раньше. Ну ладно, я тебе золотой перк тебе не отдам. Ты хотел предложить, не надо. Хотел килл, хотел забрать. Придется игроков убивать. Прям вынуждал игроков убивать. Not more brain. Ну поехали. Только вот куда еще? Блять, еще не улетел. Садись. Так я за вами поеду, если что. Ну ладно. Ты. А, город. Ничего себе, они в городе призраки играют. Да. Кстати, надо бы туда мне съездить. Виталик взорвать их. О, там еще шакал есть, вон тут, на зеленом. Тут-то их вряд ли. Нет, тут никого не будет.
Вон на зеленый едьте. Мираж, давай перепрыгнем. Давай на более скоростную прыгнем вот на эту. Блин, на фабрике уже. Они на фабрике. Ну я за ними еду. Хочу их просто сбить. Блин, уже подобрал. А, они уже туда едут. А, быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Жаль, на заднем колесе быстрее нельзя ехать. На полной скорости. Да, не на фабрике. Угу, на фабрике. Теперь в порту. Мираж, стреляй. Мираж, стреляй. Ну стреляй же. Бля, не долетел. С правой стороны. Где они? Вон они. Не, нам их не догнать вообще, они очень быстро. Да. О, я вот сюда прям стану, они сейчас. Нет, эх, нет, я на переезд. Я на переезд и лечу. А, они в порту еще. Ребята. Сейчас. Мы едем, мы правда далеко очень, а ты держись. А я сбиваю пока. Пытаемся раз. Побыстрее. Блин, они уже выпрыгнули все. У меня снайперки нет даже, если я... Они вот, поднимусь. Короче, где я на карте, они там есть. На розовом. Я понял. И они на розовом. Вот, вот. Они на розовом? Да, на розовом, вон. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Их двое. Трое. Охереть. Вот это он хорош, прям. Вот это он хорош. Сука. Одного сбил, одного сбил. Жаль, я не видел, как он, с его ракурс, как он меня убил. Добивай, Мираж, да ёб твою, как так-то? Он вообще, он это, он за деревом, где я умер. Он за деревом, беги, беги, вот на мой жетон. Охилится. На, ёпта. Бля, я так... Это сейчас эколог умрет. Он сейчас умрет, эколог. Теперь да. Я же говорю. Дымовушек нету. Надо было добивать его, вот это вот, который вот он стреляет. Как он меня ёбнул. Гранатой одной, он хорош. Отметь ему для миража, отметь ему. Все, за дерево прячься. Снизу смотри за камнем справа, отметь тоже ему. Да где там, машина? Где да машина? Он там за еще. Дерево, за дерево. На 289. Так, говорил, не, они далеко, Мираж. Они, он там далеко идут. 111 секунд. Вон он. И с правой стороны, смотри, где камень. Да. Да, сейчас они такие будут ждать, что они мне дадут. Справа от тебя машина вроде была. Вот здесь справа за домом. Да, вот тут вроде бы. Мотоцикл. 7 секунд. Че ты мотоцикл не можешь брать нас спасать? Я сейчас откисну. Я вон. Давай он перед тобой мотоцикл. Вон он, вон он. Эколога попроще будет забрать. Я рядом с камнем.
успехов. Блин, там еще и машина. Эколога-то нам. Блин, сейчас опять гранатой убьет. К тебе. А, не, не гранаты. Да не, не, не. Меня главное хорошо так гранаты взяли. Lucky point. Они за тобой, да? Пипец. Ну не спеши, все, время истекло. Тебе придется полторы минуты в одного играть. Почему полторы минуты? Потому что, когда ты потому что когда он подобрал, было 70 секунд. Сейчас он поездит, уже 20 будет. Он выйдет, его убьют сразу же. Потому что придется ездить ему. Бля, там вообще большая карта. Неужели нельзя никуда уехать, чтобы их не было? Они везде, что ли, там? Да за зону езжай, да и все. Они подумают, что ты на этом... Как его... Не-не, они тебя и будут преследовать. А где я там вообще? Его кто-то преследует? Я не вижу. Вообще никого да, нет. Да, преследует, у него сзади машина у него едет. А, она вообще у меня не показывается. А я так смотрю, думаю, кто там у нас... на истребитель решил. Сцепить. А, вон, отвернули. Только одну машину сейчас показал. Бля, ну да, строви их друг с другом, да и все. Бля, он еще в трубу вырезался. В трубу вырезался. Кончено текст. Он говорил I love you. Круто. Не каждый ботинник такой скажет. На боюшке. Блин, круто они сделали, что 15 секунд. И вылетает союзник. Ботинник по раз не вылетает. Куда-то на опережение идет уже. В самый низ прям херачит. Кто? Ты? Я вниз смотрю, там на опережение идет, там разрезает там воздух. У меня нету оружия. Гляк. Вообще пусто. Обалдеть. На, вон, блин. Ну тут что-то есть. Да ладно, и здесь пусто. Ну, хотя бы тип 19. Да, давай им два. Че, есть тут снайперка? Нет. Нету. Серьезно? Не долетай. Снайперки нет, но был снайперский прицел. 4-4. Яв. Что-то взорвалось.
Так, улучшалка готова. Хорошо, им вас одного выстрела убивает. Хотя я даже не в голову попал. Да погоди. Я тут осматриваюсь. Люди любят приезжать сюда. Тем более нас мало. Ты просто боишься садиться ко мне. Не, я могу просто под себя выстрелить, чтобы бояться. Кто-то мотоцикл бросил. Ой, зеленый падает. Четвертый, походу, АФК. Найс. Так, надо на ту сторону держать курс. Блять. Они все одно на центре города. Четверка здесь с ракетницей играет. Обычно. Не-не-не, туда пока не надо. Я и не хочу туда. С ракетницей играют. Но они без самонаводяжки, обычная у них. Да я. СРС или как ее там? СМРС. Ну да, да, да. У меня нету снайперки. Ну, из розового достанешь. Так, быстро, быстро, быстро. Я их обманул, сагрил на них бота. Да уж. Тихо. Да, быстрее. А, так они сейчас туда и приедут. Они сейчас туда и это. Бля, побыстрее. На побыстрее. Вон они, я же говорю, вон они тут. Блять, правда я не за рулю. Тихо, 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 тихо. Вау, 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 вау. Бля, я думаю. Он поднимает его на мне. Он поднимает его. На мне, на мне, на меня, смотрите все. Да он я поднимает, вижу. Он чисто поднимает. Да я рад, что он поднимает. Вон слева, 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 смотри, один бежит, другой его просто проехал. Ну, тихо, тихо, тихо. Выходите. А. Бля, быстрее. У тебя же хилка есть. А, погоди. Ой, розовый. Еще опирай, если что. Ну. А нет, блин, еще и вылетел, да сука. Я уж думал, неужели я там уже этим временем. Блин, почему я переключиться не могу? Переключиться не могу. Блять. Бля. А, во. Блин, только он переключился, он даже убил. Что-то могу сказать, надо было позже спасать тебя, когда они все съебутся. А тем временем у четвертого своя атмосфера.
Ты че, серьезно, вертолет хочешь? Так под водой же. Бля, они все равно там. Они все там? Они на мосту. Где Даша-то лежит? Под водой. Я понял, а где Даша лежит? Под водой? Ну да, под водой. Вот кто-то там еще прыгает. Мы попробуем мотоцикл взять, он побыстрее был чуть-чуть. Блин, под водой это плохо. Я даже отметить не могу. Мне надо посмотреть, где она. Ну, вон там. Херово. Угу. Да, тут тачка еще на мне. Блин. Блин. Бля, вы что, серьезно, вы еще и это спиздили? Ну вы гады. А, все спиздили. Да. Бля. Да не кружись ты надо мной, четвертый. Кружит, блядь, надо мной. Иди отсюда. Да. Привлекает внимание. Да ее дурак что ли он? Увлекает внимание. Бля, там еще и люди, по-моему. Блин, зона еще сильная. Как я вот хилю. Это какая зона? Вторая, что ли? Оу. Да я откис. По-моему, даже и... Только ты меня, наверное, спасешь. Только ты меня спасешь, я думаю, своей обилкой. Да, вот только да. Машина так не думает. Да, мне мост не перебежать будет. Подойди ко мне, у тебя есть хил? Я у меня-то есть хилка, но одна. Они с левой стороны, у них тоже хил. У них тоже, блядь, хил, у них тоже хил. Только попробуй на них сагриться. Пизду. Надо уехать. Блядь. Быстрее. Офигеть. Они мне казнь делают. Ай, блин. Блин. Ты еще сделал как раз хил по центру города. Я думаю, ну класс. Конечно, они меня увидели. Прыгай в воду, прыгай в воду, 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 воду. Бля, быстрее плыви. Плыви быстрее. Плыви быстрее. Бля, там еще тачка стоит чья-то. Там еще люди. Прямо по курсу. Ну, Даши. Спасибо. Прямо по курсу. Он бегает. Старайся не шевелиться. Может, а, они все равно далеко. Да, от того, что я все равно за зоной. Вон, бегут. Не. Ну, вот этот меня убил. Еще казнь сделаем. Так. Ну, где самая высокая точка? Это все, это последняя зона. 3-20 секунд осталось. Бля, там человек бежит. А нет, вроде бы он бежит. Chip terminal is almost ready. Ого, уже поменялось. Раньше было поменьше зона, по-моему. Да. Ну, а он по-русски еще, понимает. Это ваш новый дом, осталось бы строить его. Hmm.
to the last five teams. Транспорта еще нигде нету, как назло. Ну есть только мост перемигать. Или вот эту. По воде идти. Прямо по курсу. Ну, в любом случае надо мост переходить. Ну все. Он что, за зону бежал? Что-то я не слышал, что осталось. Я не слышал, что осталось две команды. Сольник еще один может быть. Airdrop incoming. Так что теоретически есть шанс. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Тут красно недалеко. Да там вот как раз люди. Недалеко. Ну, спалишься, как только возьмешь, спалишься сразу же. Они уже все полуоткрыты. Увидели что ли? Да, увидели. Красный не будешь брать, что ли? Да он там за камнем стоит, смотрит. Есть только дым кинуть. Не, спалится. Медленно. На машину бы, да, там толку машина я сейчас задохну. Я на открытом. О, пустом. Я уже забыл, что ты разговариваешь. Даже... Ну. Ну вот за дерево. Блин, все, он тебя увидел с правой стороны. Бля. За машину, за машину, за машину, за машину. Нихуя, он одной осколочной прям четко попал. Понимаем, мы с тобой вдвоем играем. Даша сейчас от нас прыгнет в другую сторону. Вон, на ферму можем прыгнуть. Четвертый, там... четвертый тоже одиночка будет. Понеслась. Опять на городок на реке. Надо туда сваливать. Не. Как там по диагонали вообще летим? Чтоб долететь, это я на изоляции научился. Бля, тунду нашел. Ой, я. Так. Не то, не то. Дайте мне что-нибудь. О, крейг. Уже. Так, а мне нужен холдер. Я ж не просто так скинчик это взял. Проказникус.
Нету дела. Брум. Обычный. А нет, необычный. Дальше у тебя там все спокойно? Никаких этих, как их там, нету, которые там не в подвале, а это, в гараже сидят. Нету? Добавит КВ. КСП 45. Нифига вы пропустили золотой пер. Как так? Я в тот дом не ходил. Не, он прям тут был. Что, Даша одиночек? А он хорош, так, улучшалка есть. Шо там бота? Эй, что за фигня? А, во. А, тут у нас что? Мармеладка. Тима. 0.95. На турбине они. Не, на... зачем? Я хотел это. Блин, давай на тот тогда зеленый. Уин. А, вон. Хотел сесть. Разворачивайся, там вертолет есть. Блять! Убивайте его! Блять. Я на карту смотрел. Откуда? Бля, он у меня только появился из ниоткуда вообще. Отойди, отойди, да ты чё встал? Блин, четвертый. Я в него застрял. Питерс, блин. О, боже. Нахуя мы сюда приехали? У меня вообще только в последнюю секунду начали погружаться они. Или у меня же ни одного начали погружаться. Ой. Все. Он же запутывает в основном. Этот класс для изоляции. Я учусь на нем играть. Учишься на нем играть? Да. Как по мне, на сегодняшний день лучше иметь хотя бы две поддержки всегда. В этой. Как ее... в складе. Так. Даша тоже сюда прыгнул. Она всегда туда прыгает. Практически, а нет тебе.
Так, ну что у нас? Ничего. Не густо. Холгер. Как ты уже с оружием падаешь? Бог, ты чё? Сосходи, ты же упал на меня. Оо, нифига, у него М2 есть. Хорош. Пац, патронов не смешно. А, загресса. Нормально. Это нужная вещь. Стой, 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 стоять. Блять, стой, стой, стой. Стоять. Только я решил подойти к тебе, ты уже задвинулся. Блин, ты взял. The safe zone is collapsing. О, еще один холгер. Здорово. Не мой, который я там выронил. Да и мне. Я его покрасил сам. Не, снайперку не буду пока брать. Как она хотя бы стоит? Нормально. Что-то я ДЛКюшку даже не видел. Поехали, четвертый. Подыхать. Приедете, нас заберете. Иди сюда, мышь. Первый готов. А вот и DLQ. Короче, надо туда ехать. Он остальной. Зеленый. Валяется. А у нас тут вообще есть люди, что-то не посмотрел? Не, есть команда, наверное, вот одна. Вначале я видел, кто-то красил мифики. Он сюда падает или на мост? Если на мост, то не нужно. Нет, он нет. Он внутрь падает. Он нет. Он вниз падает. Не будет падать. Мало ли. Джеронимо. Ай-яй. Ну чё за... Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. О, полетели. Чё ты вышел? Блин. Еблан, блин, там этот. Там люди. Аккуратно. Надо дальше ехать. Поехали дальше. Чё, вы меня бросите? Бросите, что ли? Не, ты тоже едь.
Не, ну, никуда не поеду, я чё? Там целый... Бля, у меня уже стреляют. Аккуратно, уезжай лучше. Пока не вывезем. Ого. Вот я и говорю. Меня уже попали куда пока. Куда вы уезжаете? Это надо сражаться. Нам нужно повышение рейтинга. Поехали, поехали. Я вот смотри, убиваю их, а вы, блин, съебались. Так розовый. Обычно, блин. Так розовый надо взять. Прости, блин, я пошел в одного, короче. А. Розовый, да не розовый. Первый готов, блин. Блин. Ой, бля. Чё вы? Где вы, блин? Да розу берем. Тут мне сейчас обходить будет. Хилиться. О, какая, какая интересная. Давайте, помогайте мне. Ты заметил, кто там? Ну чё вы, блин? Ну помогайте, ёб твою. Да успокойся, ты вон там. Бля, я заебался. О, минус один. Что ты успокойся? Что вы все такие нервные? Блять, нет. Фига там. Хилок нету вообще ноль. Где он? Метку ставьте, где он? Там... Блин, вижу, за камушку. Вижу, вижу. Камушку. Ладно. И сейчас покажет 15 секунд на выезд. Ой, на вылет. Все, вот. Готов, блин. Вот, все. Шо вы такие не. Спасибо, что не бросили меня. Ну так, залутались. Залутались. Пока лутались, я их держал. Хорошо справляешься. Это мой желтый. Он сейчас, сейчас этот будет, смотри, сейчас их будет поднимать. Так, что может, мы их это убили. Они втроем были. Че, он не поехал, что ли? Я потом знаю. Ну, капец, у меня руки дрожат. Какой-то пить меньше надо. Был. Да не. Я думал, я проиграю. The safe zone is collapsing. О, теперь у меня обновилось, что 4-го и не было. Нет. А, он возвращается, вон он. Бля. У тебя... Околок у тебя. Да, их двое теперь. Идут к вам. Блин. На мне. Я пока перезаряжался. Даша, давай. Это другие вообще какие-то. Бля. Сейчас они меня убьют, наверное. Блять. А, он ослепил. Он слепый сделал. Блять. Здесь. На тебя бежит. Блин, ну, он вообще судим не успел. Mm-hmm.
Жаль, в Ютубе нельзя посмотреть, кто тебя именно посмотрел, как в ТикТоке. Да. А то если бы этот человек, например, смотрел бы меня, и я бы это знал, я бы сказал, его ник сказал и сказал бы, ты хуйло. Так. Что у нас тут? Надо добраться до розового. Дождевой киви. Бот, я тебя вижу. Даже бот? Да. Бот, ну ты почти добрался на своей цели. О, фига, ты сквозь забор решил пройти. Вместо того, чтобы его прострелить, он решил насквозь его пройти. Мне вот так. Действует по принципу все гениально и просто. Хотел, а он. Так. Газу не берем. А, вон он уже где. Эй, чё я так замедлился, как только Аид взял? Ну не настолько тяжелый, прям. Вот, теперь нормально побежал. Блин, он как-то очень интересно перезаряжается. У меня уже показывает, что полностью шкала закончилась перезарядки. Но там еще какое-то движение. Типа защелкивает в конце. Показывает. Ну, надо на эту идти. На фиолет. А, я казалось, он выпал. Че, серьезно, вертолет тут летит? О, еще там люди. Приехали. Да, там немало людей. Лучше отойти.
аккуратно. Там снайпер. Airdrop has been delivered. Надо на тачке попробовать посмотреть, что там. Давай, Мираж, садись. Мы, возможно, последний конец едем. Надо сбить людей. Хотя, может, они уже давно съебались отсюда. А я даже не услышал этого. А, он один был, блин. Серьезно? А там же еще тачка приезжала. Впереди розовый. Уже розовый упал, зеленый залутали. Фига. Почти перелетели. Там кто-то с КНЦЛ 4 стреляет. Два склада крыли. Один. Не вижу. Блин, я не вижу их, но где-то они есть. Вон там в окошке. Ай, а он в окошке где? Там еще до сих пор. А, он этого шутника включил. Не-не, вот внутри прям сидит. Блин, еще хилимся, мы еще подлагнул этот момент. На этом всегда будет спуск. Я косовой палил в начале. Да-да-да, там всегда будет спуск. Блин, мне повезло, что я челика перестрелял. И у него, видимо, подлагивал. Фу-фу-фу. Сучка. Крысёныш. Только что была. Не было никого же. Где мифический тамплиер? Да-да-да, где мифический тамплиер? Тут же босс. КН-44. Где-то. Я слышал по звукам. Нет, тут гроб его валяется. Там еду. Там еще где-то есть. А, это босс. Они высадились. Трое. Я один иду, отъехал. Иду далеко.
drop is coming. Где, где, куда, куда, куда? А, он. Чё-то завис. Да, ты с другого склада. Откуда? А, по центру нет. На крышу дома один он прыгнул. Его, который дома. Знаете. Ты по мне не попал, но я тебе по 16-4 раза снял. Это сучка. У меня сейчас все потом так потеряются. Надо идти снова заезжать. Стой, 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 стой. Отбой. Я сама молодежку выкину. Блин, плохо. Мне бы нужна она была. А здесь она. Ай-а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 й-
Блин, там один. Меня что, бьют? Блин. Блин, да убейте его. Чуть-чуть осталось, у меня мало патронов. Блять, потом. У меня тяжелых нету. Дай. Тяжелых нету. Ладно. Чуть-чуть. Ну, полторы обоймы, в принципе, нормально. Сука. На тебе. На тебе. Ой, блин, почти 150. Блин, он там хилится. Блин, МГ-42 взял, но патронов потом быстро потратил. Один на крыше. Чуть-чуть не добил его. Второй на крыше прикрыл его. Угу. Я ему даже... Я ему еще это... Даже ракетницы в голову попал. Там 150 снял. Но ему повезло прям. Отхилился хорошо. Опять залил лагал, что ли? Опять. Наблюдая за человеком, лагает. Пиздец, анимулятор. Класс, который палит своим присутствием себя и палит других. Ну и чё? Вон солнышко есть, у неё дрон. Кстати, у меня есть гениальная идея, солнышко. Когда ты будешь запускать своего дрона, кинь на него кассетку, твой дрон полетит, и в этот момент кассетка взорвется. А как она она встанет за угол, чтобы он не увидел никого. Камикадзе. Я не пробовал так. Что, типа срабатывает? Нет, я просто выдвинул свою мечту. Конечно, срабатывает. Конечно, срабатывает. Но, видимо, не с первого раза. Но она должна за угол встать, знать, что там противник. И как только дрон увидит, он сразу полетит на противника и взорвется. Ну, да. Мне кажется, это тяжело сделать. Почему он долго будет за ней летать? Ну возьмешь потом дрон, покажешь. Либо на боте. У меня лучшая идея. Я буду вызывать дрона, и кто-то другой будет кидать кассетку.
А, ну попробуй вызвать дрон. Не успею. Сейчас подойду к тебе. Он же полетит. Стой, стой, ну, стой. Кому-то со мной надо бегать. Ну вот вызови его. Вызови его. Ну, где вы? Стой, 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 пусть он стоит. Очень далеко. Во. Я на него прилепил. Я на него прилепил. И вот, взрывается. И вот. Называется. Мне бы им было показано, что я на него люблю. Ну это сколько там? Кассетка это 5 секунд? 5 секунд. 3 секунды я называю. 3 секунды я называю. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ты, солнышко, зарядил телефон? Тридцать процентов может быть. Опа, грелкью. Мираж уже всех там. Слай, блин. Пока не все, не все. Еще белым где-то. Так, я не поняла, где мой этот, как его звали? Да. Блин, как я могла забыть? Крюгер. Нет. Тамплиер. Ты просто мне сказал, что ты поставишь, да, тамплиера. Где тамплиер? Попозже туда поставлю. О, тачка. Найди. Дай мне это, эколог, спрыгни, 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 я хочу слетать. За улучшение. За улучшение. Было близко. Было близко. Собирать. Чё, куда? Ну, куда? На ферму придётся? На ферму придётся. Почему? Почему? Ну, зона, ну там, в центре. Ферма, автобусная остановка, пусковой центр. Тачки нормальные, нигде нет. Ты мы будем не снизу. Пешочком. А, не. Еще одно двухместное. Еще одно двухместное. На стендофе или вертушки? Ну, сейчас на ферме, наверное, красная выпрыгнет. И один уехал, даже я пол даже взял. Так там был транспорт, недалеко. Вот, вот. Недалеко. Вот, вот.
О, у нас тут красный выпал. На нас шакал летит. Мираж, джентльмен, спасибо. Все. У нас летят. Ну, я жду. О, пинок под зад. А, нам еще надо было ехать? Это что? Блин, он свернул. Мне бы взять, что-нибудь. Шакал, шакал летит. Кулак. А, он спрыгнули. Спрыгнул. Где он? Все. Что такое? Что тормозит телефон? Жутко тормозит. Никого не вижу. Тоже никого не вижу. Снизу у нас где-то. Сейчас я дрон опущу. Да, он так далеко не улетит. А, не, нашел кого-то. Да, улетит. Батон нашел. Блин, ну что ты? Конечно, знаешь, могут убить моего бота. Там мои ботинки. Еще один. Все, let's go. Привет, наш. Блин. Так, это кто там сзади стреляет? Нет, мой Холгер. Там сзади кто-то стрелял, я видел. Метку, сейчас метку. За горой где-то. Сейчас я механику. Сколько? Один. На один градус? Нет, на 141 где-то. Там один кто-то стрелял, я видел. Прямо снайпер? Не-не-не, он стрелял как очереди. То есть пулемета. Блин, я слышал. Просветка. Нету никого. Блять, тебе кажется, что я наебал всех. Ну, я слышу. Тебе показал. Давай. Сейчас я трону выпущу. А, можно и с тобой с ним. Ну, на пусковом тоже никого нет. Просветка. А, вон, человек. На 244, вот тут. А, нет, это бот. Вижу, на крыше. Это бот. Ну ты и гудила, конечно. Жаль, на мотоцикле я так не могу боднуть.
Жаль, на мотоцикле я так не могу подумать. Они все тут, скорее всего, у меня будут. Возле мельницы. Возле мельницы. Не, на мотоцикле не ботнешь. Вон Реверенджер стоит. Вон они, бегут. Дрон, вызываю. Да, рано еще. Ой, мне ракета будто в ответ полетела. Там они на крыше. Так это боты там сзади. Ну, просветка. Посмотрим, есть еще кто-то. Да не, надо вот туда. Они снизу у нас будут, возле мельницы. Надо туда, где мираж. Да, там реверенджер, поджигатель будет. Который подох, или я так понял? Никого нету. Не-не-не, они там играют. Мираж, они внутри. А вон они, вон тут все. Там дым. Фига, у них там заруба идет. Там тоже кто-то стреляет. А, вон там один. Это бегает. Я сбил вот здесь, вот на метке. О, этот дрон. Добейте его, пожалуйста, добейте. Дрон на меня летит, походу. Дрон на меня летит. А, не-не-не, там этот, блин, который хилит. Он поднимает его. У меня гранат нет. Там в этом в поле где-то один спрятался. В поле где-то один спрятался. Он его сбил. Там еще люди. Там кого-то убили. Он там подстреливает. Он там, он там. Где зеленый? Вот здесь, смотрите, аккуратно. Стой. Аккуратно. Я просветку кидаю. Смотрите. Ого. Вон дым хотя проводился. Там еще один аркан. Да, вижу. Бейте. Он хилится, к нам идет. Дыму где-то. Там еще где-то. В здании где-то, походу. Да. А, это бот. Как ты здесь затерялся? Уходи, мираж. Он тут на втором этаже. А. Втором этаже, говоришь. Так надо гранаты кинуть. Внутри дома. Мираж, ну зачем? Он дробашист. А кто ж знал? А, за домом? Да, с другой стороны. А, ну все. Да.